Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашим душам! Сегодня 3 января нового 2018 года, и мы с вами очень хорошо помним, что сегодня возможно проводить трансформацию с великой сущностью Омритас. Предлагаю коллективную медитацию. Я, дочь Божья Лора, прошу трансмутировать великую сущность Омритас, мои древние эмоциональные застои, мое недовольство собой, мои претензии, мои недостаточности, мою жестокость, мои противостояния, мои незрелые ментальные конструкции, мои привязки к удовольствиям и потребительству, мои энергии разделения на плохое и хорошее, мои требования к другим, мою предвзятость, мою критику, мое осуждение и суждение, мое высокомерие, мой контроль и власть над другими, мое безволие, мое негармоничное проживание и взаимодействие с другими. Конечно, вы можете добавить то, что желаете, и еще трансмутировать что-то дополнительно. Потому что сегодня, еще раз напоминаю, 3 число, когда нашу планету посещает великая сущность Омритас. Она огромна, больше, чем наша Земля. Если вы хотите подробнее узнать об этой сущности, не надо мне задавать вопросов. Ролик такой есть. Он называется «Все в этом мире для тебя. Омритас». Просто загуглите. Тем, кто не желает смотреть этот ролик по разным причинам и сейчас не намерен погружаться в познание, кто такая сущность Омритас, предлагаю работать в быстром режиме. Поэтому создан этот ролик. То, что мы с вами обозначили как уже устаревшее и ненужное, касалось нашей индивидуальности, то есть мое высокомерие. Но ваша Вселенная – это не только ваш внутренний мир. И являлись творцами и создателями внешнего мира. Вот то, где мы сейчас живем, это все мы построили. Конечно, коллективно, но построили-то мы. Которые требуют тоже вашего внимания. И требуют вашей трансформации, так же, как и внутренний мир. Поэтому продолжаем. Теперь работать на внешней картинке. Я, дочь Божья Лора, прошу трансмутировать здесь и сейчас все канаты энергетические со всеми эгрегорами и людьми, которые являются негармоничными и даже опасными для нас. Поэтому все низкочастотное пусть трансформируется в мир и любовь. Все враждебные энергии, все эгрегоры низкочастотных энергий на планете Земля пусть трансмутируется в радужное пламя. Пусть все отходы жизнедеятельности незрелого человечества трансмутируются в чистый свет. Пусть трансмутируются все рабские программы «Палач-жертва» в мирные, дружественные взаимоотношения. Я прошу великую сущность Омритас вместе со всей нашей большой группой трансмутировать все старые энергии трехмерной иллюзии в энергии благости и изобилия во благо всех людей. Пусть все энергии, угнетающие человека и планету Земля, а также разрушающего характера, трансмутируются в мирные. Это новые шаблоны. Но вы вправе себя выражать по-своему. И, конечно, прямо сейчас можете добавить все, что пожелаете. И что является вашим личным творчеством и яркой реализацией. Допустим, защиты животных. Вот вы пишете, защиты животных. Какую аллегорию я сейчас могу провести? На этом огромном танцполе танцуют сейчас многие души. И каждый танец неповторим. Это ваше родное чувство сопричастности и самовыражение. И оно особо, индивидуально. Так же, как в танце, вы чувствуете только сами, как вы танцуете, как вы движетесь, как вы взаимодействуете. Не кто-то за вас чувствует, чувствуете вы.
а я только приглашаю к проявлению своих талантов и способностей. Благодарю великую сущность Омритас и проявление каждого чувства и каждой мысли ваших светлых душ. Еще раз напоминаю, сегодня 3 января, начало года, и вы очень поможете себе и всем жить в новых энергиях не только этот год, но и все последующие. С вами в групповой трансформации на благо всех и планеты, и даже Вселенной. Да, это вы завершаете великий вселенский танец своим активным творчеством. Благодарю Омритас и всех за ваше проявление и реализацию. С вами в активном творении. Лора.